как бы пусть остается в Эрдру, чё, все равно на следующего босса тоже Эрдру нужен будет. Да, ну шмоток на них нету, но в принципе и в эти шмотки нормально будут долбить. Да, да, нужен, конечно, пускай вот хил будет, блядь, то сдохнем нахуй. Ты знаешь, что тут делать? Ну, конечно же, нет. 3 секунды хилить надо, ебаный. Ну да. Кто там, громобой? Беги сюда. Да он расстроился, что упал. Как я это делаю? Ходки ж не работают, там надо прикинь. Да бери огурцы, не парься. Каждый вот огурцы вот за тебя поставят, а ты их кушаешь. Свежий мало, соленький. Он офнулся, прием. Да, чё он, чё с ним? Клипса, может, обиделся? Инет упал, ребутнул роутер. Что на камп перезарядил? 5 минут ему. 2 минуты еще он, как минимум. Будет ребутать роутер. Я пока вас ребатну и чай попью. Даю порт, дал. Насте кулаки даешь? Вот ты заноза в заднице. Ну, я ж не в хиле. Ой, посмотрим, какие... Я вообще в локи не разбираюсь, я тебе даже ответить не смогу. Я только могу сравнить, какие сеты и, типа, что они дают. Что ты потеряешь, а что ты получишь. Да подожди, я еще сейфа не открыла. Ну дайте его открыть. Ты афлик? Или бестер кто-то? Он афлик. А-а-а. Афлик. Ну, вот афлик сет. А вот еще сет. Это тоже... Сейчас я тебе скажу, где. 4 комплекта Т7 дают ему дух. 300 духа. Это что-то много ненужного. Ну, бери, конечно, это намного лучше. Но если ты не демон, который дает СПД рейду, потому что у демона же от СПД прокает этот самый. Ой, от духа прокает. Что тут по танкам-то будет? Ой. Один танк. Хотя он толкий. Нет, лучше два, блядь. А то хуй его знает. Подохнет просто и пиздец. Говорят, абсорб тут тоже не работает. Какой абсорб? Поглощение? Ну, конечно, ты же английский знаешь. Нет, не знаю. Ой-ой, не напоминаю, мне экзамен по английскому будет. Oral test. Крепись. Какой тест? Oral. Устный. На английском. Oral. Как это, как говорится, поиграй на европейских серверах в Google. И все, нормально все будет. Я не понимаю, где вы там делись? А, Денис где-то в банке. И Клипса этот, Рашаманищев. Принимай сумму. Призыв начат, блядь, давайте. Вас вдвоем нет. Вот, и Шаманищер остался. Так я тут. Ты не тут. Ставьте рядом. Чё, столик поставить? И рыбу. Я рыбу поставлю. А Войт поставился. Вон. СС кидай на танка, аниматрончика. Да где же Шаманищер-то? Да вот я... А! Блять, я перепутал вас. Это вот этот Ко... То Мундра. Он здесь... А, он. Ебать, что он там делает? Сет выбирает. Да, он там шмотки выбирает все. На Элиман, вот читай, смотри. Вот где комплект 2, заклинание молния требует, вот это вот на Элима. А где комплект 2, эффект водного щита, это на хила. Понял? Ты бонусы читай. Да, верни обратно. Там вернуть можно. Что-то я вспомнила, как на ШП взяла. Портал ему ебани в Долоран опять.
Может, он хилить хочет. Ну, это знак. Это твое признание, брат. Это по-любому знак, блядь. Давай. Все. Отсыпните к моему денег, блядь. Блин, я портал улетел. А, на рыбе, кто поставил на рыбе? Ух, лучше. Я теперь 3 недели сюда хожу, вот подряд просто, и 3 недели подряд вот этот портал ставят, и туда, куда не надо его ставить. Что-то улетает, что-то один калибр улетает. Шкаф исчез. Сейчас еще камни у лога кончатся, вообще пиздец будет. Я Африка, у меня их бесконечное количество. Музыка для моих ушей. Подвеса поставь, ставьте в следующий раз. Без проблем. Просто промеж ног боссу там тыкаешь, да, чтобы начать бить такой хуяк в доваран, блядь. Полетел я домой. Потом РЛ такой говорит, блядь, а где все вилики, нахуй? Стахи с басом, да? Долоране, ебать, что за хуйня, да? Долоране 1700 выбирают, нормально. Кто с вас первый начнет, Мишка или Протопал? У меня есть какой-то план, и я готов его придерживаться. Короче, кто начнет, тот и начнет. Поехали, все готовы. Ой, бог ты мой. Что-то у дебафа не его появился. Вы же стаки теряете. А Боб? Да. Вообще не хиля ничего, что там.
Раз. О, птичка, боже. Да, три не бы. На всем три не бы. О, заебись, плечо. Слушай, а почему она такая же хорошая, как и сфера красного дракона? Кто там следующий по роллу был? А что за сфера? Нексус, Гер. Так, а Боб и Громобой. Рерол, киньте. Так, гибли. А магу нужна сила атаки разве? А, подожди, тут сила атаки, что ли? Мобой. Все, не, да нахуй надо. Я это... В глаза лоблюсь уже, пацаны. Ой, сила, кто там тогда третий? Шаманичер. Он, наверное, дожил. Вот плечо бы я реально взял. На ретрика, ты знаешь. Настя ретриком не играет. Тут из миликов только Энх и Настин ретрик. Элху. Так, чё, опять спеку из ДДД? Да. А Келли там тоже один танк нужен. Там эти мобы по 1000 бьют. Да и за ДПС его быстрее за ДПС, чем два танка, он просто долго бить будет. Настя, смотри, реально, вот что та, что это дает 670 АП. Но у этой еще меткость. Вместо бесполезного крита. Угу. Ну да, неплохая тема. Я просто... возмущен. Хотя бы на 10 единиц бы, побольше. Ой. А, все, извините, сори, не увидел. Это Настя чихнула? Думаю, да. Идеально. А где аниматрончик? А, он пошел уже. Куда ли? А, блять, а я жду, когда чекать уже, блядь. Этот, все готовы, погнали. Какая Настя невоспитанная все-таки. Может, я забыла, что по голосу поставила. Это, я тебе и в Дискорд сказал, и в рейд-чат написал. Чё? А-а-а! Я для чата особо не читаю. Ой, рейд-чат. А услышать не услышала. Ухите меня полностью, ухивай. Третий раз повторить. Да, спасибо большое. О, молодежь. Всего вас учить надо. Да, репертон. Пенсионер тоже. Не разглагольствуй тут, на. Начинаешь тут учительница, на. Сами знаем. Вот так вот. А из-за вас кровь проливал. Блин. Где он? Врача когда кровь сдавал, или чё? Пахила об этой глыбе, так что... аккуратнее. Недавно смотрел фильм «Бумер», точнее, момент. Там, где концовка правильная, так сказать. Знаете, как они это сделали? Что ты напросил?
Ужас. Блин, где этот шаман? Концовку фильма Бумер. Бумер. Черный бумер. Не смотрел, что ли? Песню помню. Песня это не то. Короче, там в конце фильма по плохому сценарию они выходят из машины и идут на, так сказать, ограбление. Вот. И уже когда ограбление пошло не по плану, там начали стрелять. Одного задели. Ну и в конце концов, в общем, двое уже... Милиция там подъехала. Вот. Двое так и остались там. Вот. А в хорошей концовке, которую они придумали, они просто... шаман. В обратном порядке все перемотали, короче, как они садятся в машину. И все. Ого. Чё-то я ничего не понимаю. Засыпаю. Я сегодня весь день в рейдах, весь день. Я как день пошла в Ольгу 10, я вот так полы помыла, постиралась и снова в игру. О, фига, мой рог в игру зашел. Кто-то за мою рогу зашел играть. Хорошо, что я не запала. Ну, я паладина не давала аккаунт, на всякий случай. А тут тут казначей, типа... Хотя я же не подтверждала запись. Я челику сказала, типа, хочешь, играй. Только ты мне там квестики делай на острове. Выкат. Хорошо устроил. Да. А он просто на X2, там, у меня же одетые. Этот посох, шрем. И вот он ходит там кому-то с кем-то, какой-то гильдии. Что-то закрывает сам по себе. Короче, пока я тут с вами, мой аккаунт развивается. Круто. Отдала на аутсорсинг. А, что это за слово такое? Вроде я его правильно применил. Да я что-то его даже не услышала. Книга, привет, аутсорс. Передача организации на основе договора определенных видов производственной предпринимательской деятельности. Предприниматель. Это, наверное, типа разновидность франшизы там. Того. Я, короче, захожу на этого босса, на Роу, ничего не знаю. Я устала там хилить. Так что шамани, черт, ты будешь хилить. На кельту сзади? Да, кельту сзади, сзади. Кто-то сзади, блядь. Потом сзади. Так, спина хорошая. Везет вам. Да, я захожу на этого. Это робу. С этой шляпы голова падает с последней, да? А, блин, я не захожу, там уже другой человек. А. Неплохо-то устроилось. Так, смотрите, что будет. 226-й шмот будет продаваться. Чего? Ну, когда ведут, вот что ведут. Хочу поменяться с кем-то плащами. Так. А голова у кого? У Беглана. Давай это, я тебе дам с МП5 и 48 хосты, а ты мне вот эту скритов. Да ну, нет, мне вообще похуй на. А то я не знаю, будет сейчас Т7 или нет. Сейчас я хилов сделаю. Ну, поставим, когда он... получше будет, чем крит. 48 хосты все-таки на редру получше будет. Ну, МП5 тут есть хоста, да. А у меня вообще, вон, моя голова там просто 81 СПД, блять. Ни крита, ни хосты, ни хуя. Дух только есть. Ты глянь, что на мне одета, какая голова. Прикольнешься. Ну это сразу девайс МП5. Да, получше будет. 48 хосты все-таки не лишние.
Духа, конечно, нет, блядь. Вот вместо МП5 был бы дух, было бы топ-голова. Там баф никому не надо. Мне, подожди, рогу она не завела, или она не будет заводить рогу? Не-не-не, я не буду заводить. Мне в салу нужно спекнуться, чуть подымажить или как? Ну... Да, в принципе, можно, чтобы я одна осталась хиле. Но тут, может быть, урокнет. Короче, как хочешь. Ну это самое, спекайся, хуй нам. Вдвоем они захилят, я думаю. Хотя я такая сова тоже, блядь, без понтова сношу. Ну потыкаешь там, блядь, кнопочки, блядь. Гнев покидаешь, нормально будет. Пожри что-то, съешь что-то. Что у тебя? Штруделей нету? Да есть, но не другой панели. А. Да дайте ему, Эндрю, пойдемте. О чем мы сидим? Первый час ночи. Сейчас, секунду. Ой, да там вообще ура. Ну, у нас кто-то стоит, блядь, сейчас трэш сагрится. Кто это? Рашаманищер, заходи сюда. Это ему бери. Ромобой это там. Чей это там? Настя. Пошли в эту сцену. А ну, которая кольчуга с МП5. Ты ее продавать будешь, да? Че, кольчуга с МП5? Ну, ты, который... в рейд-чат ты линковала. Это я не буду продавать, это вендор, поставят вендора. Ага. Помните, где вы покупаете всякий шмот 213 из ОД? Вот такого же вендора поставят, только другого. И он будет вам продавать такой шмот. Это еще не весь шмот, там еще будет шапка за 1450, кажется, ОД. 226 какая там будет, 219. Грудак будет. Ну, в общем, все как на заказ. Вот это и сферы. Только весь шмот без дырок. Удивительное вообще явление. А хотя он с дырками, а хотя в Адоне показывался без дырок. Удивительно. Я аж расстроилась. А он с дырками. Ой, короче, выхилите, я во второе окно. ТТМ уберите. Все нормально. Ну, я хоть бы голова с него упала. Голова. Тут все мечтают о голове. А я мечтаю о коне. Ой. Хочу коня. Хотя бы все ее захотите. Мне еще пофиг на маунтах. С этого ну, там, пока... красивый маунт. Кроме коня с лича и головы с Мимирона. Ой, блять, с Лёксарон. Бежит, бежит. Ну вы чё? Через атласлух. Через атласлух убрал. Что вы пропускаете? Сейчас. Мы на Ксиомасе, да? На Ксиомас. Келтузат. Вот. Очень красивый маунт. Херня. Нет, твой, не херня. Это твой слича херня. Выбирал. Ну это 310 же не летает. Я на внешность не смотрю. Ну и что? Там этот эти маунты, они 310 полетка откроются. Когда у тебя любой маунт за 310. Никогда появится. Не будет. Будет. Это все сказки. Это не сказки, это вот сказки. У меня так на X2. Да фигня это все. А, ну как хочешь. Типа, вот этот твой беспонтовый эфемерный будет 310, да не в жизнь. Я не знаю, какой он там полетка или просто бег. Но очень красивый маунт. Ну, я что, сама буду бить?
сейчас босс активируется. Блин, подожди, это уже Гетман. Боссу. Там спасло. Напомните, пожалуйста, а тут тот, что-то я знаю, что у кого-то мана, метка, бегает, что-то, босс что-то кого-то убили. Босс кастует, бейте каст. Шаман. Тагариус. Забивай касты. И отойдите от меня. Все, можно лунный огонь, да? Вот звездопад, можно кастовать? Угу. Да, все, что хочешь. Беги, детка, беги. Беги. А чё, он в хиле, что ли? Я что вспомнила? Что у нас три хила? Удивительное явление. Что за сопротивление, сука, пытки моей? Что за говно? Он тебя не любит. Биг Винт. Далеко не убегай. Да, ладно. Ты лапку повешал на босса? Волшебный бой. Да, висит. Че, могу Гидру дать? Че, промахи были? Сопротивление странное. Да, на 35 даже. У тебя просто нет экспертизы, Войд. Я еще экспертизу. Мастерство. Не надо никакого мастерства. Биг Винт, беги. Ах, еще немного, ты видел? Видел? Да. Чуть Тагара не убил. Бедный Тагар. Его и так жизнь потрепала. Я когда вижу, когда человек вот так вот светится, как наш маг, этим электрическим разрядом, хочется подбежать и баф на ДПС ловить. Нормально. Вот этот вот Тарим или кто там? Торим, Хадир. Беги, пан, беги. Каст, сейчас контроли будут, контроли сейчас будут, готовьтесь. Ты уверен? Угу. А здесь нету контроля. Половину. Здесь есть. Нету. Нету? Ну да, блядь, расслабьтесь. Сама просто как шкаф. Сейчас два моба будет. Сервер. Перезагрузка через 2 часа. Нормально. Король Лич кричит. Что, в Келли дальше заливать? Да, бей босса. Конечно, Келли. Не парься. А чё заливать? У тебя вообще маны нет. Ну, я как-то живу. Прикольно кастовать 1-1-1-2. Конечно. Ой, простите. А, это пан.
Я не чихал. Нет, на тебя кинулась глыба, и ты нас заморозил. А. Я сейчас уснула. А теперь на меня. А я заморозила тебя. Будь здорово. Что вы стоите вместе-то? Это я подбегала. К боссу. Мне скучно, я по локации бегаю. Следователя качаешь? Да. Блин. Он меня так любит. А что это за порталы такие, я не пойму. Типа туда выкидывают, выбрасываются эти мобы? Десантируются. Я думаю, это просто типа пункт наблюдения за Азеротом. Ну рядом с ними мобы стоят, как бы. Рядом с ними? Ну да, на первой фазе мобы стоят. Да, стоят. Ну да, наверное. Тут, наверное, такой сценарий, типа. Мы начинаем бой. Он всех туда отправляет. А мы тут его... Пики-пуки. Наказывают. Да, конечно, шлем, ага. О, ничего себе, шляпа. Да, шляпа только. Хрень. Балдёж, хотя бы шляпа, боже, ну сет хоть какой-нибудь собрать, а то я ебу. Маг, ну, поздравляю. Спасибо, но я сейчас еще не сравню. А хотя тут бигвинт еще. Ну вот. Блин, за целый день, блин, наверное, только кинжалик скроил, блин, полезно. Ну, захочу моего пса зачинуть. Что, нажимать ролл или нет, я думаю. А зачем тебе ролл, тебе один? Сука, не я крайний. Нажимай, нажимай ролл. Не я крайний. О, ничего себе, вау, я один. Я один. Че, давай в портал два. Сейчас я даю портал. Блин, ну нормально, мы с вами, конечно, зашли.